военному командованию предупредили, что там же находятся регулярные части ИГПА. Сообщения из Ханоя подтвердили эти слухи. Thank you.
районе долины Пхубай войска США собирают для предстоящего штурма крупные силы. Их задачей является уничтожить канал поставки риса для тысяч солдат северо-вьетнамской армии, чувствующих себя здесь как дома. Под нажимом прессы ОЦК заявила, что эта операция не представляет никакой угрозы для гражданских запасов продовольствия в этом районе. И если уж на то пошло, то танки и пехота СВА, располагающиеся в этом районе, являются куда большей обузой и угрозой для тех запасов, что остается у местного населения.
Это идет! Чукан! Чуканек! Sağlandan!
Встаю. Стало одним из самых страшных мест для армии США. В течение всего лишь нескольких часов чудесный ландшафт превратился в кровавое поле боя, на котором танки СВА рассеяли американских солдат и техник. Полагают, что СВА надеется, заняв господствующую высоту.